Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo Reno 6 Pro изменить язык клавиатуры. В первую очередь открываем настройки, затем переходим в дополнительные настройки. Клавиатура и способ ввода. Gboard. Языки. Добавить клавиатуру. Перед нами открывается полный список доступных нам языков клавиатуры. Давайте выберем, к примеру, греческий. Нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И как вы видите, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!